представляем главное предложение дня. Характерный, яркий и эффектный костюм, любимый, в котором вы будете блистать. Итак, сегодня бренд Greenlight – это главное предложение дня в круизной коллекции весна-лето 2024 года. Это костюм «Тройка», это сразу же брюки, роскошная туника и пояс дополнительно. Настоящий характерный принт, который впишется в ваш акцентный гардероб, а также с легкостью. Вы будете сочетать его с базовыми вещами, потому что такой костюм можно носить как по отдельности, так и как раз вместе. Обратите внимание, струящаяся вискоза, которая подарит вам и настроение, и качество, и женщина, которая ценит себя, она вновь захочет приобретать такие новые цвета костюма, чтобы блистать, потому что завтра, 8 марта, это главный праздник страны. Именно к 8 марта мы представляем вам сегодня эту коллекцию. Кстати, безупречный крой и свобода по всей длине. Вы видите, она будет гарантировать вам и оптимальную посадку на каждый тип фигуры, и комфорт 24/7, но самое главное, роскошная, яркая, эффектная встреча с друзьями, день рождения, выход в ресторан, выход в свет, отпуск. Вы звезда. Вот так и чувствуете себя. И носите костюм именно так. Мне очень нравится, кстати, то, что здесь у нас туника, блуза на запах, а значит, подойдет под любой тип фигуры. Итак, я выбрала для себя красивый перламутровый бежевый цвет. Посмотрите, как струится, как переливается. Это, кстати, новые тенденции анималистики уже именно круизной коллекции на нашем телеканале от бренда Greenlight 2024 года. Обратите внимание, роскошный, такой густой, красивый сиреневый цвет. Преобладают вишневые оттенки, гранатовые. Это весна, это лето, это настроение. Вот как раз это настроение у вас и будет благодаря этой коллекции. Дальше. У нас очень красивый, тоже очень подобный цвет, но здесь больше желтых, таких солнечных, знаете, терракотовых оттенков. Здесь как раз именно желтый цвет. Акварельные оттенки, да, цветов, вообще цветовая палитра, нанесение акварели очень красивые, говорят само за себя, как дорого смотрится данный костюм. Далее. Мне безумно нравится розовый цвет. Посмотрите, здесь опять же преобладают у нас розовые оттенки, голубые оттенки, пастельные, и действительно много цветов. Вообще тренд 2024 года – это цветы. Дальше зеленый цвет по спинке вам покажу, как раз дорогой, густой, изумрудный, малахитовый, я бы сказала, именно такой драгоценный вечерний вариант. Очень люблю синий, опять же, телезрительцы его уже полюбили в нашу премьеру. Невероятно то, что такая цена, 2999 рублей за костюм «Тройка», который будет самым красивым в вашем гардеробе. Посмотрите, какие яркие розы, малиновый цвет, и вы на день рождения звезда, и все смотрят на вас. И если вы собираетесь на свадьбу, такой костюм будет всегда кстати. Дальше, анималистика. Посмотрите, вот такая теплая коллекция топленого молока. Мне очень нравятся золотистые оттенки, золотой цвет. Здесь анималистика в тренде зебра и очень эффектно смотрится. Безумно мне нравится коричневый цвет, самый, скажем, такой классический леопард. Обратите внимание, красиво распечатан рисунок, да, само нанесение печати очень эффектно. И, конечно, мы видим сразу, что это качественные вещи. И мой выбор как раз перламутровый бежевый цвет, такой, знаете, такой снежный барс. Еще раз напомню, эта коллекция сегодня представлена на нашем телеканале. Круизная коллекция, в которой безумно удобно. Стиль кимоно, стиль пижамного костюма, в котором вы звезда. И опять же, я напоминаю, благодаря тому, мои хорошие, что здесь, обратите внимание, на запах халатик можно красиво оформить грудь, да, особенно если она у вас пышная, это вообще будет очень эффектно. И, конечно, пояс, благодаря которому все поддерживается. Сразу скажу, посмотрите, да, то есть вот сейчас делаем все замеры, у нас свободный костюм, у нас, я поэтому его и выбрала, у нас ничего нигде не прилипает, ничего не дает вот у обтяжки, поэтому свобода и безопасный выбор размеров. Итак, внимание,
Костюм Модеста представлен от 44 до 66 размера. Здесь двойноразмерная линейка, совершенно безопасно делать покупку. Почему? Потому что он свободный, у него свободный крой, и мы смело делаем заказ. Вот сейчас в размере 48-50, я хочу вам сказать, длина нашей туники, записываем, 79 сантиметров. Дальше, у нас здесь спущен рукав, поэтому он подойдет каждой телезрительнице, да, здесь мне нравится, что вот эта легкость, видите, да, вот такая, то есть вы его можете вот так немножечко закатать, красиво показать браслетики, да, часики, или как раз, видите, спущенная линия рукава, и как раз свободная пройма говорит о том, что вам будет всегда легко. Но еще важный момент, я вам показала, это бедра. Сейчас в размере 48-50 хочу сделать замерчик, чтобы вы видели, во-первых, посмотрите, вот он свободный, абсолютно, да, то есть если зона животика объемная, то мы совершенно спокойно его выбираем. Внимание, у нас с вами, значит, талия 37 сантиметров, а если мы ее растянем, то у нас уже все 50-51 сантиметр. Что касается бедер, я уже сделала перед эфиром замерчики, у нас получается 57 сантиметров в бедрах, то есть 114 сантиметров, это абсолютно, да, полные объемы, полный обхват бедер. Они свободные, они комфортные, посмотрите, да, то есть как они будут сидеть. Они даже шелковистые, они прям струятся, но самое главное, что вы видите, нигде ничего не впивается, вам комфортно в нем. Он красиво, кстати, что мне нравится, он подтягивает, он поддерживает, он формирует вашу фигуру. И за счет вот этого, да, скажем, вот этой свободы у нас с вами еще и фигурка становится еще тоньше. Очень люблю, безумно обожаю. Вы знаете, как раз вот даже у меня летом есть фотографии, я чуть позже покажу, когда мы летали в отпуск. У меня, как правило, всегда вот такие костюмы в пижамном стиле. У меня есть 3-4, я их обожаю, люблю. Ну, во-первых, что мне нравится? Свобода по ножкам. Мне нравится, что здесь ничего не обтягивает, особенно в зоне бедра. Да, как часто бывает, поправилась, похудела. Это история. Видите, вот она свобода, вот она. По бедрам абсолютно свободно, хорошая длина, чтобы скрыть бедра, да. Мне нравится, что здесь никогда не будет никаких нюансов в области проймы, даже если на улице очень жарко. Самое главное, можно носить отдельно, вместе с джинсиками, шортами. Любая, посмотрите, Оленьки сейчас каблук. На мне вообще балетки. Прекрасно. Вы хотите встретить друзей дома? Пожалуйста, здесь есть карманы. Вы себя ощущаете звездой где-то на лазурном побережье Франции. Монако, Монте-Карло и вот это настроение. Он стоит сегодня 2999 рублей, минус 10% при оплате банковской картой. Выбирайте свой цвет, выбирайте настроение. Безопасная покупка. И уже огромное количество звонков, потому что все любят. На премьере у нас было куплено более 820 костюмов. Успевайте делать свой заказ. У нас огромное количество цветов. И при оплате банковской карты 10% скидка. Для вас. Вы королева. Вы достойны такого костюма.